Итак, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. В предыдущей серии мы с вами пошли куда-то в медотсек, нашли что-то. А, коды. Мы нашли код какой-то. Вот, теперь нам нужно пойти в транспортное отделение. Мы узнали, что есть какая-то херня, которая просто обычные тела, уже мертвые, видимо, да, превращает в каких-то тварей, причем гнилых. И такое, есть какой-то еще, есть какие-то еще, какой-то ребенок, ползущий, блядь, электричным херачащий. Ну, короче, в общем, веселуха полная. Вот. И еще. Еще. Надеюсь, в этой серии со звуком ничего такого не будет, потому что, ну, это жестко. В принципе, как-то так, да. Как-то так. Сейчас нам нужно идти в транспортное с вами отделение. Сделать, так понял, двигатель, что-то такое. Поэтому сажайтесь поудобнее. Наливать там чайку, кофейку, да, кто что любит. Поесть тоже по желанию там. Пледик обязательно. И удобно располагайтесь. Там сесть, да, или лечь, как вам удобно. В принципе, все. А мы начинаем. Приятного всем просмотра. О, привет! Так, погнали-ка сначала мы с вами купим лазерный магазин. 2000 стоит, если что. Огнемет. Ну, 11 тысяч тратить сейчас просто вот на это. Ну, я думаю, это будет не очень правильно. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что это для начала. И давайте-ка я продам сейчас. Давайте я вот это продам одну. А зачем я это сделал? А, не, ну что я сделал, блядь? Нахуя я это сделал? Да, такое. Такое. Зачем я это сделал вообще? Теперь вместо 12 у меня 6 будет. А, нет, 10. Ну все, больше патрон нет, да, ни на что. Ууу, хорош. Давай-ка-то сразу сейчас испытаем, если что. А, ну все. Интенсивная терапия завершена, глава вторая. Да, да, конечно, сохранить 100%, блять. Отстрел конечности врагов позволяет экономить боезапас и наносить неприятелю критические уроны. Ну, бля, еще попади, конечно, когда он бежит на тебя. Вообще жесть. Глава третья. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Нормально. Так, сделаем-то сразу так вот. А что мы подняли? А, мы подняли для этого. О, мы подняли для вот этого, значит. Ага, понял. Я думал, мы подняли для пулемета. Ну ладно. У нас теперь 4 оружия с вами, ребятки. 4 целых оружия. Так. Топливо для огнемета, нифига себе. Так, в этих полочках тоже что-то там есть, я так понимаю. Лифт. Тысяча кредитов. Бля, тут очень много, смотрите, всякого лута. Плазменный магазин. А, 4 точно. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего 2 дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан.
паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться, изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда, у них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо, и двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека, посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Угу. Это газировка, блядь. Да, такое. Честно, такое ощущение, что здесь несколько игр, типа, перемешано. Да, конечно, сейчас будет жестко, так понимаю, да? Я так и знал, блядь. Я буду проверять в следующий раз, блядь. Текстовое сообщение. Палубный журнал Хелов, бригадир. Я не знаю, что тут происходит. Кто-то говорит, что на корабль напали. Черт побери, кому тут на нас нападать? Сначала умирает капитан, а теперь еще это нападение? Кармак, или Кармак, говорит, что капитана кокнул кто-то из офицеров мостика. Я не верю в эту чушь. Тут разразился чертов хаос. Я не могу связаться с мостиком, связаться вообще с кем-либо. Все куда-то бегут, пытаются убраться отсюда к чертям собачьим. Думаю, мне стоит сбежать вместе с ними. Угу. Ух, сюда, блядь. У меня есть? Скажи, что у меня есть, пожалуйста. Пожалуйста, скажи, что есть. Ну, хер, конечно, блядь. Нашел верстак и нету этих узлов. Понятно, блядь. Ну, это, в принципе, как всегда. Как всегда, в принципе. Ну, короче, запомни, здесь есть что. Здесь есть верстак. Естественно, блядь. Тварь, я ж тебе сейчас... Ты понимаешь, что тебе сейчас поезда, блядь, будет? Так, что тут у нас? О, что? Как раз нужно. Хотя бы птичку дали, что ли. Так, а там что? Угу. Хорош. Дай пройти-то. Это что-то инопланетяне, я так понимаю. Шо, блядь, где? Так вот хавает. Вот ибо нечего, блин, ко мне лезть. Это так. Так, мне куда? Мне туда. Неисправность необходим кинезис.
Кинезис. Ну, если нам туда, пошли туда по заданию. Почему бы нет? Потому что сейчас это... Кажется, мне туда не нужно. Куда мне? Сюда. Активирован режим дозаправки. Ой, бля, пожалуйста, не нужно. Я прошу. Нет, нахуй. Пизду тебя, блядь, мужик. Там что эти штуки, блядь, липнущие, нахуй надо, блядь. Пизду. Мне сейчас хпшку вообще нельзя тратить, так что нахер надо. Блядь, что это? Так нахуй, блядь. Ебать нахуй. Что сейчас было? Чего, блядь? Ладно. Ладно. Не, ну там вот эта хуйня, мне это не интересно даже. Так, чего у меня тут есть? Сразу все перезарядим. Ну нахуй, блядь. Ну-ка, блядь. Все. Ну погнали, ебать, давай, блядь. Я вас вижу. Тебе вообще похуй, да, в целом, я так понимаю? Блять, ему похую в целом, блять, ты что нахуй? Сколько в него ушло, блять? Они, короче, чуть пострашнее, да, чем те? Ну, окей, у меня теперь осталось только для этого. И у меня остался пест. Вы мне должны, кстати, если что так, к сведению, блядь. А, блядь, тут была эта взрывательная штука. Ну ладно. Я просто не видел. Что это типа? А типа оно само автоприцельное, типа? Нормально. Ну как автоприцельное, просто чтобы прицел у тебя был чисто. Опять смотрите, капец, да? Капец их тут. Так, ну нам куда? Нам туда. А вон там что? А вот здесь ништячок. О! Это уже другой разговор.
Это уже другой разговор. Не стоило оставлять его в живых. Не стоило. Отключай, Денверс. Отключай. Инженерный журнал, говорит Темпл. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом. Нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Темпл, конец связи. Угу. Ты, блядь, что здесь? Идти туда, да? Конечно, сохранится, блядь, ты шо, после такого-то. Если каждый мы пропустили там вот этот лут. Схема. Труборез. Что здесь? Потянуть вниз. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработал, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то. Давай, блядь, что мы. Блядь, серьезно, больше нету, блядь. Тварь такая мелкая, блядь. Вот сюда, блядь. Попочки такое надо. Блядь, сейчас бы, конечно, еще хилку. Так, ну, погнали тогда с этой херней ходить пока что. Ух, блядь, я в ахуе. Давай, блядь, погнали нахуй. Не нравится, блядь, такое. Блядь, что? Давай, блядь, подеремся с тобой. Патрон все больше нету, блядь. Сейчас какой-то. Сосешь, блядь. Все хорошо? Бля. Хотя бы так, блядь, пожалуйста. Дай мне что-то. Отдыши, блядь. Хоть это. Конечно, было бы неплохо. Вот. Там еще эти хуйни же идут, бля. Блять. Ну, у меня ему пизда 100% сейчас. Еще на хуйня ходит.
Ноль. Просто ноль всего, блядь. У меня еще такая хуйня. Все использовал. Ты прикинь. Блять, хотя бы так. Пожалуйста, дайте хилки. Прошу, блять. Блять, пиздец какой-то. Знаете, хоть сейчас, если сейчас еще одна такая хуйня, все, пизда, баба, нахуй. Пиши прощай, блять. Ну, на души. Спасибо, игра. Хоть что-то, блять. Ну, конечно, патроны бы тоже не помешали, знаете. Патроны бы не помешали, прошу. Угу. Увидел? Блять, сломай. Мужик, блять, сломай ты эту хуйню-то. Ну, хоть так. Ты пизда, ребятки. Че, попробуем с ним побороться или как? Давай, тварь, я тебя жду. Куда мне идти-то, блядь? Открывай, тварь! Открывай, блядь! Все, пизду, 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 нахуй, 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 сразу, до свидания, блядь. Фу, пизду, блядь, ну и нахуй, блядь. Мне надо было просто на лифт. Жестко. А, ну естественно, блять. Естественно, конечно. Жесть. К центрифуге. Не, здесь. О, тут. Малый баллон. Кстати говоря, не просто так дают. У нас уже их два. Тест. Мало аптечек. Сюда сразу используем ее. Аудиосообщение, кстати. Говорит Темпл. Теперь отключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Угу. Ничего. Тут тоже. Ну, мне нет, да, вроде? Не, узлов нету. Сразу, блядь, буду заряжать на максимумах. Тут все 5 есть, окей. Погнали. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Ждем. Я даже не двигаюсь, блядь. Это пизда сейчас будет. Давай, 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 давай. Где еще, блядь, твари такие же? Ух, сюда, блядь, на третий, блядь. Это уже хорошо.
Такое чисто. Такое. Обеззараживание завершено. Ну, конечно. Спасибо за ожидание. Я даже не сомневался, слушай, что оно все уже завершено. Так, плюс еще ништячки. Сюда. 1000 кредитов. Бля, ну тут еще какая-то херня будет, я уверен, блядь. Бля, 2 всего лишь. Ну ладно, хотя бы 2. Куда нам идти? Нам туда. Чего не туда? Что-то есть? Или тут чистый круг, блядь? Нет, тут есть ништячки. Ёпта, в чём оно? О! Так, сейчас бы, конечно, вернуться там к верстаку. Было бы неплохо. Мы сможем вернуться, мне интересно. Да, куда надо открыть. Да, могу вообще изи вернуться. Хорошо. Значит так, чтобы сразу не тратить, чтобы не потратить на какую-то дверь. Мы что с вами сделаем? Давайте мы с вами импульсивную винтовку. Хотя можно и не импульсивную, можно типа лазерную винтовку типа сделать. Более, скажем так, лучше, да? Это у нас будет объем здесь лучше, да? Импульсивную винтовку, типа, тут только объем, видите, можно да, сделать побольше. Лазерную винтовку. Можно урон сделать побольше. Угу. А тут в огнемет тоже объем. А X, что здесь? Воздух. Давай в X фигнем, конечно. Ну, как-то так. Потому что, как бы, тут здоровье тоже нужно побольше нам. Хелпы нам нужно тоже побольше. Потому что 4 всего лишь дольки полоски. Хелпы такое. Так понимаю, он во всю спину может, да, фигануть? Видите, там. Так, ну, погнали. Ебанешься. Я потихонечку буду идти. Полупроводник золотой. Ого, сохранится сразу же. Блин, ну... О, ничего, средний баллон. Нихуя себе. Зона гравитации. Зона гравитации, что? Зона невесомости. Thank you.
Блять, может ты что-то сделаешь с этим? До свидания, блять. Блять, я вас назвал, вы меня тоже? Да, блять. Сука такая, блядь, что ты нахуй хочешь от меня, блядь? Ну это бред ебучий, блядь, что ты нахуй делаешь, тварь, блядь, такая? Здесь, блядь, плазменный, а спасибо за патроны, конечно, да, блядь, на пестик мне хули. Мне их так не хватало, блядь, знаете. Где коробку мы разбили с вами? Где-то коробку разбили. О. Центрифуга деактивирована. Пожалуйста, подключите энергоблоки вручную и попробуйте еще раз. Ну классно, блядь. Что, блядь? Сломит. А что если не работает, блядь? Да, блядь, алло. Хорошо, блядь. Центрифуга деактивирована. Пожалуйста, подключите энергоблоки вручную и попробуйте еще раз. Не работают. Что я могу с ними сделать? Подожди-ка. Что я могу сделать с ними? Они же работают. Ну, типа... Не работает, надо отключить сначала как-то. Это нужно их отключить. И как же? Как мне их отключить реально? О. Что это было? Подожди, а что если я могу вот эту штуку... Бля, как их отключить-то?
Там что-то было. Видели? Мигает, что это? Подожди, а как мне их соединить? Тогда уже уж. Неужели нужно использовать эту штуку? Сосёшь, блядь. Смайчу могу. Смайчу у меня. Оп! Хуякс. А ты так умеешь? А ты так не умеешь, блядь. А знаешь почему? А вот все потому что. Оп! Смайчу умею. Пара-ра-ра-ра-ра. Бред. Полнейший, блядь, бред. Фуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. Что-то хуйня пусть приезжает, и погнали, блядь. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Я уже. Знаю, сколько времени у нас осталось? Куда, мужик, скажи мне. Едет, она все еще едет. Блять, вот тварь нахуй. Да иди в пизду, блять. До свидания, нахуй. Мне ж туда, да? Поехали, блядь. Просто, блядь, по стелсу, блядь. Чисто стелс, блядь. 9 патрон осталось. Ждите, жду, блядь, жду, нахуй. Куда, блядь? Зона нормального давления. Фу. Нахуй, сразу же сохраняемся, пизду, блядь. У меня патронов сколько? У меня дополнительно же есть. У меня есть 8 патронов, почему не перезаряжается тогда? Давай, чмо, блядь. Дергает. Да, блядь, что? Наконец-то, блядь. Прошло и века, блядь. Понятно, что за хуйня здесь. Сколько патронов-то, блядь? 6. Еще тут есть у нас патроны. Погнали, блядь. Серьезно, блядь. Ну, это же не смешно уже. Такое, честно говоря, такое, блядь. Да уж. Айзека, ты меня слышишь? Это Кендра. Они напали на нас. Мне удалось сбежать, а Хэммонд... Он просто исчез. Кендра? Ты где? Рада слышать, что ты жив, Хэммонд. Серверной главного компьютера. Слышу, как они шастают снаружи. Думаю, они не знают обо мне. Могу подключиться отсюда к любой системе.
Я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии. До того, как они начали разработку планеты, среди колонистов стали отмечать случаи сумасшествия. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Я определила, где ты. Подожди, я открою дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Сюда, не, блядь. Открывай! Сука, тварь такая. Пошёл ты нахуй, блядь. На, ёпта, блядь, ебало, ломай сразу же, нахуй, блядь. Что, блядь, здесь? Блядь, а можно мне, пожалуйста, сказать, где я нахуй вообще нахожусь? Он съебался, типа. Ты чё, мрать? Чего? Что, дурак, что ли? Или да, блядь? Да. Сразу же, блядь, мгновенно идёшь нахер, блядь. Открывай, блядь, ну. Мне ж сюда, да? Да. Сосёт, блядь. Скай. Ой, сейчас тут еще. Зона невесомости. Невесомости? Куда мне, блядь? Куда мне, блядь? Алло. Так, а сейчас куда? Блять, ну. Ну это ебаный бред, нахуй. Ну что это за хуйня, блять? Тебе еще вот эту тут тварь, блять. Давай, мужик. Зона гравитации. Открывай, блять, ну быстрее, можно. Да иди нахуй, блять. Пожалуйста, быстрее, пожалуйста, родная. Зона нормального давления. Быстрее, открывай, пожалуйста. А, все, он не рядом со мной, так понял. Хоть так, блядь. Так, где у меня есть патроны? Здесь у меня 25. С нихуя здесь. 7. Здесь 2. Ну, давай тут потратим все сейчас уже, что поделать. Средняя птичка, блядь. Ну, хоть так. Хотя бы хпшку установили. Ебать, где мы вообще? Сука, я слышу прям этих тварей. Нельзя такие штуки пропускать. Угу, сейчас, секунду. Текстовое сообщение. Инженерный журнал S. Denvers. Медик. В ответ на рост органической субстанции на машинной палубе добавлено. Та дрянь, которую обнаружили на стенах других отсеков, на стенках других отсеков, на стенках других отсеков добралась и до инженерного. Нихуя, прикиньте, на стенках других отсеков добрался до инженерного. Не знаю, что это такое, но выглядит, как будто кто-то повсюду размазал свои кишки. И оно растет быстрее, чем мы успеваем его скоблить, что само по себе довольно противное занятие. Оно уже добралось до двигательного отсека, и если мы не найдем способ справиться с этой напастью, главный зал
Боюсь, потеряем уже к завтрашнему утру. Надеюсь, исследовательский отдел что-то придумает, потому что, как я понятия не имею, как с этим бороться. Есть схема на огнемет. Ну, кстати, ничего так, ништячков. Конечно, это не стоит того, но... Мне просто, ребят, очень нужно это. Потому что без этого сейчас никуда. Просто-напросто. Висят здесь. Ах, погнали, блядь. И еще в запасе у меня что? Еще в запасе у меня малая средняя аптечка есть. Средняя аптечка, золотой полупроводник. Мало аптечек еще есть у меня. И для воздуха много чего. А еще один патрон для этого, блядь. Для пистолета. Пистолета. Ба-ба-ба. Блядь, что тут? Труборез, надо посмотреть, что такое огнемет. Два на труборез у меня есть, короче, этих. Труборез. Для схемы. А, для батареи трубореза. Понял. А, нормально, блядь. Ну ладно. Не успею. А где мне взять? Подожди, а у меня нет этой? Где мне взять ее? Алло. Здесь нету ее. А, вот тут еще. Бля, здесь же еще была дверь. А, ну вот краски, санитазерная батарейка, что мы краски, ну. А, тут была зарядка. Классно. Ой, извините. Вас разъебали. Понятно, блядь. Конечно, ту хуйню можно было не открывать, он там можно было ничего не открывать. Ну, блядь, ну серьезно, нахуй. Запись. Я же не буду такую поставил. Значит так, ребят. Давайте сохранимся. Значит так, ребят, спасибо всем за просмотр. Да, получается. Серия и так долго получилась. Я так понимаю. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Там вот это лайк, да, подписочка, это обязательно. Колокол тоже, чтобы узнать, да, новых видосов, скажем так. Комментарий уже по желанию, в принципе. Да, в принципе, все, вроде все сказал. А, нет, не все. Увидимся в следующей серии. Давайте.